Идем на источники. Повернула голову направо. Посмотрите. Горы. Кругом горы. Как красиво. Сейчас приблизить надо. Вот они. Знаете. Красота. Вот тут вот участок. Чистый, ухоженный. Что-то садили, наверное. А вот граница, видимо. Тут рядышком тоже чисто. А вот видите, испарение. Вот дымок такой идет. Это и есть термальные источники. 300 рублей. И что тут еще? Штрафы животных. А, животных нельзя. С 6 утра работает. А мы все думали, со скольки работает. И вот я вам показывала в одном из видео. Можно подойти сюда. Автобус идет в 9, в 11, в 13. Он идет в Сухум. У центрального рынка останавливается. А там уже добраться можно на троллейбусе. Доехать до автовокзала вокзала. И спокойно перемещаться дальше до границы. Всем привет, друзья. Привет из Абхазии. Поселок Кендык. Сегодня я вам покажу термальные источники, которые расположены в поселке Кендык. Он, видите, за моей спиной. Если вы посмотрите, оборудованная территория, очень красиво. Можно попить чай, кофе, хорошо отдохнуть. 4 бассейна. Сейчас я вам их покажу. 4 бассейна. Самый горячий, который ближе ко мне. Вот здесь вот струйки идут. Бассейна, который расположен выше. При выходе я вам его покажу. В прошлом видео я его показывала. Дальше вот. Дальше это сейчас какой? Сейчас покажу. Вот этот вот. Это первый, где очень горячая вода. Это второй. А вот туда третий, четвертый. Вот видите, третий, четвертый. 4 бассейна. Вода везде разная температура, разная. Вот этот самый горячий, потом тут температура пониже, а вот налево еще холоднее. А вот с правой стороны его не видно. Там бассейн с холодной водой. И дальше проходим, там грязи. Кто любит, можно намазаться, посидеть в этих грязях. Территория ухоженная, можно покушать, выпить чай, кофе, перекусить. Как я сказала, ну и пойти время провести. Везде висят таблички, ограничения по 5, по 10 минут. Билет купили, 300 рублей заплатили. И можете находиться здесь с утра до вечера. Открытие в 6, закрытие в 8. Если вы выйдете с этой территории, то уже придется заново платить. Ну а мы сейчас пойдем поныряем. Здесь вот еще какая-то кафешка. Мы сюда не заходили. Ой, люди кушают. Бананчики. Вот такая территория, бананчики. Ухожена, красиво, чисто. Ну и самое главное, всем туристам нравится. Очень много туристов. Помните, я вам показывала в туристе. Бананы, бананы, кругом бананы. Их очень много. А вот еще. О, хорошо, как видно. Еще группа пришла. Видите? С экскурсоводом объясняет, что можно, что нельзя. Уже темнеет. Народу смотреть сколько. Вот где-то оттуда я вам показывала тот источник большой. Яма такая здоровая с градусами под 100. Вот оттуда по трубам бежит водичка. Температура очень высокая. Ну а тут
купаются. Вот это первый большой и очень горячий. Вот это вот тоже здоровый. Мощный такой. Сейчас потемнеет, будет подсветка. Очень скользко. Ну вот видите, везде рекомендуется гидромассаж более 5 минут. Ага, ну как вы думаете, наши русские по 5 минут сидят? Я думаю, что нет. Ну, в прошлом видео я вам показывала, вот в ту сторону мы ходили, там грязи, с правой стороны раздевалочки, дальше можно пройти. Там можно смыть грязи, ну, буквально еще вот в ту сторону, вон они вот, а вон туда грязи. И бассейн с холодной водой, вон там находится. Вот здесь температура воды ниже. Здесь тоже раздевалочки. Подсветочки, народу много, вон там вверху кафешки, кофе можно попить, отдохнуть. Включили свет, здорово, так красиво, приятно. Здесь температура еще ниже. Вот вчера мы в бочках, здесь холодная вода была, и мы обливались, а сегодня их нет. Ведра стояли на пеньках. Здесь есть раздевалочки, можно переодеться. А вот холодная вода. Сегодня вот в каких бочках. Здесь холодная вода. А ну-ка. Ну да, холодная. Очень холодная. А тут температура еще ниже. Вот самый первый бассейн, который я показала вам сразу. Самый горячий. Ну, муж оттуда не вылазит, ему там нравится. Территория ухоженная. Тут холодная вода, девушка? Нет, теплая. Теплая? Ну, говори, тепленькая водичка. Что у нас дальше тут? А, тут вот раздевалочки. Передевалочки. Там туалеты. Только правил. Все? Да. Горячая вода, очень горячая. Ну что, друзья, показала я вам наш источник. Это самый один из любимых бассейнов с горячей водой. И мужу мне здесь понравилось. Температура здесь самая высокая была. Уже видите, как стемнело. Бассейн работает до 8. У нас уже 20 минут 7.
Да. И мы собираемся уже кончику домой. Я обсыхаю, муж еще где-то принимает процедуры. Даже потеряла его еле здесь. Девчонки мои пошли в более холодный бассейн. А, он, наверное, под струю опять пошел. Видите, там не видно уже. Плохо видно. Но мы планируем еще пойти на второй источник. Здесь в Кандыге два источника. Вы, наверное, не знали. Я вам покажу еще второй источник. Завтра планируем туда поехать. Здесь мы уже 4 дня. Каждый день приходим. Вот вчера были днем, сегодня решили после обеда посмотреть, как тут вечером. Включают ли тут подсветку. Есть ли тут люди вечером. В общем, народу очень много. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Всем добра, мирного неба над головой. И побольше путешествовать. Всем большой привет.